генералу урок. Всем привет, это или Андрей. Лучше оставить его в покое. И мы продолжаем проходить вора. Блять. Давай, Гаррет. Быстрее, 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 Гаррет, быстрее! Психопат хренов. Прощай. Бесись там сколько хочешь. Фу, yes, мы сделали этого засранца. Ну, да. Я думал, обойдусь оппортунистом, но... Миссия была настолько сложна, что... Пришлось многих покрошить. Да. Ну, иначе бы это прохождение этого главы затянулось бы намного больше серии, и, думаю, вам было бы скучно наблюдать, как я таюсь и пытаюсь обойти всех этих стражников, монстров, не оглушая их. Ну ладно, не будем тут застревать, продолжим. И что же нас ждет дальше? Они прошли здесь, пока я разбирался с генералом. Я чувствую морской воздух.
Выход где-то рядом. Так, давайте сохранимся. Фух. Это был напряженный момент. Относительно, конечно, несложный, но все же напряженный. Вовремя вентили закрутить. Отвлечь этого засранца. А замок на двери взломать, так это же вообще, у него руки дрожали. При этом я еле его вскрыл. Я, конечно, все эти попытки, скорее всего, вырежу. Поскольку, думаю, не стоит вам надоедать этим. И для вас это будет как бы все с первого раза пройдено. Но на самом деле я потратил достаточно много времени, чтобы в конце концов скрыть эту дверь и не попасться ловцу. Так. А вот эти бедняги озаренные. Которые после чудесного исцеления превращаются с течением времени вот в этих милых существ. Прости. Так, ясно. Оглушить их нельзя. Ладненько. Давайте попробуем снова. Возьмем эту блестяшку. Я тут не один. Не один, Гаррет, не один. Интересно, мимо него пройти можно? Сразу палит, когда начинает этот шум найти. Так, тут не пройти. Сразу видно. Его, конечно, можно убить. Но, думаю, все же не хочу опускаться до хищника в этом прохождении. Оппортунист еще допустим, а вот хищник, это уже... Да, вот, конечно, вот эту предыдущую главу прошел как хищник. И то я старался не убивать никого, но меня засчитали как хищника. Мое прохождение. Ну, зашибись. Недалеко ты спускаешься. Далеко.
только не говорите, что он сейчас в эту нору полезет. Потому что если полезет, это будет большой конфуз. Так, проскочили, парня. Что дальше? А дальше замочки. Как же тут Орион прошел? Через этих ребят. И мы до сих пор в катакомбах этого древнего храма. Гонимся за Орионом, ставили с носом охотника за воров. За ворами. И... Но тут у нас такое неожиданное, неприятное вещь, как вот слепоши эти горлумы. Так, тут лужа. И их приходится обходить. Кстати, их стрелы очень плохо делают. Ну, естественно, я боевку-то не прокачивал. Ни стрелы, ни арбалет, ничего такого. Так, не прокачивал. А этот парень, далеко ли ты бродишь, красавчик? Только до сюда, и потом втыкаешь. Тут. Нет, не втыкаешь. Ты идешь дальше. Куда же ты идешь? Надеюсь, сюда ты не доходишь. И реально все доходит. Так. Поэтому. Так, тут дозорный. Что же делать? Как же быть? Зачем тут такой крутой замок мы поставили? Зачем? Тут стоит дозорный. Зашибись. Мы влипли, господа. Фу. Он дальше не идет.
Ясно, где мы оказались бы, если бы пошли тем путем. Ну, парень, не втыкай. Не говоришь, что ты сейчас будешь возвращаться. Нет, не будет. Давайте тут запрячемся, сохранимся. И подождем того парня. Пусть он пройдет, а мы прошмырнем. Надеюсь, все получится. Не знаю, игру можно ругать за многое. Но то, что она скучная, однообразная. Но все же тут такая густющая атмосфера. Сюжет, может, и трошка банальный, но все же интересный. Ну, если проходить только основную сюжетку, соскучиться и соскучать не вообще, в принципе, невозможно. Но если не придется напролом, а все осматривать, тоже можно там интересные маленькие истории, подробности мира разузнать, но это чуть-чуть нудноватее. Ну, по крайней мере, для тех, кто смотрит. Если вам самим нравится играть в эту игру, и то, думаю, никаких проблем вы с этим не будете испытывать, занимаясь побочными квестами. Ибо нужны тут не маленькие денежки, особенно на некоторые предметы. По 28 тысяч золотых. Где их откопать? Правильно. За каждый угол. Каждый побочный квестик. А? Не видит нас. Не слышит. Вот хорошо. Давай, парень, топчи отсюда. И мы потопчем сами. Потихонечку, немножко. Так. Давай, вскрываем замок. Вот так вот. Давай последний, последний, Гаррет. Не тупи. Вот так. Закрываем дверцу. Не палимся. Так, сохраняемся. На всякий случай. Не хочется снова сидеть в засаде, снова уворачиваться. Что она здесь? Ну, похоже, мы уже почти наружу. Ну и корабль. Озаренные не скучали. Еще один идеал Ориона, который пойдет ко дну. Ну и корабль. Озаренные не скучали.
Еще один идеал Ориона, который пойдет ко дну. Ага. Что это, ковчег? Или это какой-то летающий корабль? Ну, не важно. Так, все же еще раз перестрахуюсь, сохранюсь. Повторяю, я не хочу дважды делать. Все-таки эти ребятки стрёмные. И стрелы их особо не берут. Ибо они толстокожие. Ребятки. Слишком толстокожие. Так, там он... Озаренные. А тут у нас... Что за туннельчик? Куда у нас выводит? А, в этом смысле? Ну, давайте полазим по трубам. Если это более выгодный путь, то почему бы и нет? Значит, он кругали наматывает. А водяных стрел у нас не так уж много. Давайте попробуем обойти потихоньку. Успеем уже. Подождем еще. Говорят, железо не ломается. Ошибочка. Возьмем. Кем можешь? Извиняй, парень. Ну, не могу я не глушить этих ребят. Не могу себе отказать в этом удовольствии. А, в этом смысле? Последняя водяная стрела. Говорят, железо не ломается. Жалко, конечно, тратить. Но вдруг там что-то интересное или обходной путь какой-то найдется. Не кладу,
Тут никого не видно. Надо заглянуть в окно. Да вроде никого там нет. Еда есть. Больно. Стрелы есть. Даже водяные. В столе ничего есть. Ладно. Вроде собрали все, что есть. И сколько стрел получили? Даже две. Взамен одной. Хотя мы тут две потратили. Сохраним. Все. Так, нам куда? Нам туда. Значит, парень, уходи. Свали, давай. Что у нас здесь? Браслетик золотой. Тут чел, давайте сохранимся. Прежде чем пойдем на это опасное дело. Конечно, я бы потушил. Но вроде нас тут никто больше не сможет спалить. Давайте попробуем прокрасться, не оглушая. Тут что-то не так. Двери заперты, а мы остались тут, внутри, с тем, от кого убегал Орион. Наш спаситель бросил нас? Бросил, бросил. Да-да, правильно мыслите. Я ему благодарен. Но разве он один из нас? Ты слепой? Он дрался за нас, за свой народ. Вспомни Джейкоба, Салли, всех тех, кто погиб на улице. Всех, так, нам сюда. Ты увидишь, брат, когда наши знамена поднимутся над всеми башнями. Так вот, вроде проскочили. Так, что у нас здесь? Ладно. Может, там что-то и ценное, конечно, лежало. Но... Наверное, все уже на корабле. И они забрали сходни. Ладно, на корабль можно попасть и без них. Не буду рисковать с этими двумя.
Озаренный, озаренный. Так. Так, а там стрелы. Однако. Так, давайте сохранимся здесь. И я все-таки рискну. Спалила. Голова болит. Все сильнее. Так, ну народ вроде успокаивается. Так, световая бомба, но она мне нафиг не нужна.